Добрый вечер, дорогие друзья! Мы начинаем праздничный концерт отделения русских народных инструментов имени Дмитрия Григорьевича Ермакова, посвященного 70-летию Новосибирского областного колледжа культуры и искусств и 40-летию творческой деятельности заслуженного работника культуры Российской Федерации, преподавателя отделения русских народных инструментов Владимира Николаевича Гнатюка. Александр Шалов, по небу, по синему, исполняют лауреаты международных конкурсов, выпускники Новосибирского областного колледжа культуры и искусств Александр Тримасов и Дмитрий Глущенко, концертмейстер, дипломат международных конкурсов Марина Климова.
Ваши аплодисменты, Александр Гримасов, Дмитрий Глущенко, концертмейстер Марина Климова.